Показатели по сокращению количества аварийных и трехсменных школ в стране не достигнуты. Проблема актуальна для столицы Алматы, Карагандинской и Кызылординской областей и западных регионов Казахстана. Об этом сообщил сегодня министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства. До начала этого года в стране насчитывалось 136 трехсменных школ и 31 аварийная. В этом году запланировали построить 225 школ. Планы реализованы лишь на треть. По словам министра, в этом году также заработают больше 300 новых детских садов.